Вкусно, Равша? Так, нормально? Нормально. Нормально, я ел, но слишком острый. Острый? Острый, острый. Около 70 километров, а до Москвы ехать чуть больше 100. Но вот в определенный период времени московские князья...이 작은 도시에 러시아 정교회 성당이 굉장히 많습니다. 봐봐. 아, 뭐야? 어. 아, 그렇게 생긴 거야? 안에는? 안에는? 네. 네. 이렇게. 겉에는?
Это для чего? Быть посему, пусть вас рассудит Бог и меч. Печалями Иван Грозный вооружался в стрелецкое войско. Здесь же привычно спускал крючок, и также с помощью механизма тлеющий фитиль подносился. Достаточно было иметь небольшой запас кремния, и оружие переносилось уже полностью заряженным дымом. При необходимости достаточно было один курок, открыть противоположку, прицелиться и произвести выстрел. Но когда дело доходило до рукопашной,
Можно было бы использовать как пику, чтобы достать конного противника, ну и непосредственно как топор. А это уже город Воскресенск, где-то 30-40 километров. Но когда подавали сигнал, дай газон. Единственный закон наследник Ивана Грозного, царевич Кирилл, стал ни много ни мало, а царицей московской. Не просто женой царя, а полноправной царицей, которая могла бы издавать указы царице московской. Она продолжает бороться за московский престол. Примыкает к лагерю человека, которого мы знаем уже как передвигаться. Совсем награбленным они уже не могли. И тогда Маринка приказала закопать где-то в окрестностях Коломны большим кладом. А накрыть его пришлось. Чтобы урегулировать все эти разногласия. Вот попадем сейчас какой-нибудь западный средневековый замок. Вам обязательно покажут музей Пытовский, где будут представлены десятки мучений и страданий причинить человеку. Ну а вот мы со всей Руси Великой вот сегодня такую небольшую экспозицию набрали. И палач сначала кнутом дыбал с него показания. Кнут назывался «Длинник», и правда, полученная под этим кнутом, называлась «Подлинная правда». Ни один ключ, ни одна отмычка к такому запору не подходит. Освободиться, верить или не верить этой легенде, но отголоска. Я вас понял. Можно ее подмечать? Мы снимаем.